Добрый день, дорогие друзья, мои подписчики, случайные прохожие. Я всем вам очень рада. И сегодня я вам хочу показать, что я у себя нашла, сама того не ожидая. Но сперва хочу показать вот эту вазочку. Я купила как-то давненько. А, дешевая, но она такая беленькая, так красиво смотрится. С этим яблоневым цветом, да? И она высокая. И вот она у меня всегда стоит где-нибудь и радует нас. А у меня еще и картина такая. Весенний там пейзаж. Яблоня или какое-то дерево цветет весной. Идет мама с ребенком. Вот такие картины, они как-то всегда радуют глаз, когда смотришь. Даже вот эти искусственные цветочки, которые у меня в вазе стоят, они тоже очень напоминают о весне. У нас такая погода неважная, мне совсем не хотелось показывать что-то такое, знаете, удручающее. Поэтому я выбрала именно весенний пейзаж. Но еще я хочу сказать, что искала я у себя. Кружечки такие у меня были. И нашла я их. Я их упаковала вот в эту коробочку. Я не знаю, наверное, девчата, кто-то из вас увидит и вспомнит их. Когда приехали мы в Германию, они продавались в магазинах. Но они были с блюдечками. Но блюдечки я отдала. Ну, надо было так. А кружечки остались. И мы ими практически не пользовались без блюдечек. И я отсюда вытащила посуду, которая была в этой коробке, и положила сюда эти кружечки. И убрала, и наверх еще что-то сложила в шкафчике, и получилось, что я вообще забыла, что в этой коробке было. Видите, тут были тарелочки того сервиза, но мы сейчас с вами и тот посмотрим, и сложим его опять назад. А эти я заберу, я хочу подобрать к ним блюдечки. Сейчас я вам покажу. Они такие милые, красивые. Такой фарфор прелестный, нежный такой, знаете, и гладкий. И рисунок у него такой выраженный. Вот эти розочки. Неужели это ручная работа? Смотрите, как видно, что вот такие, как будто мазки, да? Когда я ее покупала, я об этом не думала. Они мне просто понравились. Видите, это позолота. Мы же не пользовались, и она никуда не делась. Все на месте, как новенькие. Они в посудомоечной машинке никогда не были у нас. Смотрите, какое у нее клеймо. Не могу сказать. Но задала в телефоне, посмотрела. Написано что-то Китай или Чайна. Но Чайна это может быть, это знаете, и очень похоже это на костяной фарфор. Потому что он такой гладкий, такой, ну не каждый фарфор такой бывает, да? Ручка такая. Ну, в общем, это как раз такие хорошие средние кофейные чашечки для нас. Но мне кажется, для чая это мало. Чай всегда больше, да? И вот таких вот было, значит, 6, да, блюдечек и 6 вот этих прекрасных кружечек. Не знаю, почему я их убрала и почему мы не пользовались. Просто очень много всего. И вот так уберешь и навсегда забудешь. Хорошо, что канал. И я это все выкапываю теперь у себя. Так, сейчас мы их поставим в стороночку. И я вам покажу, какие у меня были здесь. Я тоже... Они тоже симпатичные, но я почему-то больше пользовалась ими. Но сейчас мы поменяем, потому что я хочу все равно подобрать сюда эти блюдечки, да? Вот, смотрите, вот здесь
были вот эти. Тоже не знаю, это или Румыния, или Украина, или Молдова. Но вот Royal Design Porcelain написано. Но в любом случае они все равно очень тоже красивые. Поэтому я их и достала, наверное. Думала, надо их достать, да с ними попользоваться. И так они уже сколько раз были в посудомоечной машине, им тоже ничего не доспелось. Они все равно такие красивые. И розочки такие. Ну, золота тут нет и не надо. Вот это блестит, это не отбито, а такой отблеск, видите? Листочки зеленые. Сейчас посмотрим этот. Ручка даже такая очень красивая, видите? Ну, рисунок, деколь только с одной стороны. Ну и хватит. Такие большие розы, да, с обеих сторон, это как-то, наверное, не очень хорошо. А так, и вот подставочка у них такая, как ножка или юбочка, или как ее назвать. Но она потяжелее. И, конечно, вот с этим не сравнишь. Это тоньше. Хотя они тоже нелегкие, но они как-то тоньше. На ощупь чувствуется совсем другое качество фарфора. Ну, мы пользуемся этими. Но сейчас мы их уберем. Мы их сложим сюда, как вот они должны были быть. Вот, девочки, скажите, у вас такое бывает, что вы одно убираете, а другое достаете? Или убираете, а потом забываете? Видите, они целехонькие. Не разбить. Шесть этих блюдечек и шесть кружечек. Вот, это ихняя родная коробочка. Они так хорошо лежат в этой коробочке. Почему не сохранить их так вот, да, когда надо? Ну, мало ли, какие гости придут. И всегда можно. Так, еще где-то у меня одна была, я же ее приносила. Ну, я теперь не знаю, девочки, куда я ее могла. А, вот она, нашла. Вот она нашлась. Вот, посмотрите. И получилась такая красота, да? Конечно, они тоже очень красивые и имеют место быть в нашем хозяйстве. Очень они мне тоже нравятся. Я поэтому, наверное, их и достала. Вот. А эти черным этим, это мы будем сейчас искать. Если мне удастся найти, я обязательно вам покажу в ролике. Я хотела с вами еще поделиться, показать вам одну такую мелочевку, которую мы приобрели, когда приехали в Германию. Ну, я тоже много всего-то такого, знаете, как сказать, безделушек, да? Красивых, которые хочется иметь. Но это тоже я увидела и купила. Вот, может, у каждого, не у каждого, у многих, наверное, есть такая вот, такое сердечко. И тут розочки с лепесточками, да? Смотрите, какая она симпатичная, да? И как вы думаете, что это такое? Да, это подсвечник. Ну, со свечой уже, да? Но я уже немножко жгла как-то. И больше не стала. Думаю, пусть она как сувенир стоит. Она мне очень нравилась. Она у меня всегда в ванне, на столике там стояла. И немножко резкость навести. Не знаю, сколько лет ей уже. Я с удовольствием смотрю на нее. Она мне как-то напоминает первые дни, когда мы приехали, когда увидели, что здесь столько всего, да. И это. И еще одна у меня есть такая любимая. Тоже. Видите, там сухоцвет, да? И вот такая хорошая крышечка. Она, наверное, я не знаю, олово, скорее всего. Потому что она нелегкая. Смотрите. Птичка тут. Вот это в стеклянной посудине. Смотрите, сколько там засушенных всяких цветочков. И как вы думаете, для чего это? Да, правильно, вы угадали.
Сюда мы капаем запахи масла. Такие вот. Вот это я капаю лесной запах, да? Туда на траву, на сухоцвет. И она долго пахнет. Если это разбилось, можно всегда подобрать другую и наверх положить вот эту крышечку, и она, это запах будет распространяться по комнате. Ну, смотря куда поставите, все равно пахнет хорошо. Вот такие девочки у меня сегодня были показы для вас. И что вы думаете о моей посуде? Как она вам нравится, не нравится? А вообще, в каждой посуде есть что-то хорошее, да? На этом я, наверное, буду заканчивать свой ролик. Я хочу, чтобы у вас немножко проникло солнце в душу от моих цветений весенних. Я желаю вам счастья, мира, добра, здоровья. Пусть все хорошо будет. Будем ждать весну. Но она у меня сегодня тут в ролике, а Новый год пройдет, а там уже немного. И будет весна. Счастья вам. Пока-пока.